В столице стартовал показ знаменитого мюзикла «Джулия». Это первое в Казахстане произведение мирового уровня, основанное на легендарных хитах А-студио, которые обрели в мюзикле новое и свежее звучание. Привезли в Астану популярный мюзикл при поддержке компании «Казахойл». А накануне состоялся премьерный показ «Джулии». Подробности в следующем материале. История любви, победившая время. Знаменитый мюзикл «Джулия», который вышел в свет для алматинского зрителя в декабре прошлого года, теперь в Астане. Как вы знаете, премьера прошла в прошлом году, 26 декабря. Это было уже давно в планах, но получилось только вот накануне, в преддверии праздника Нового года. По словам артистов, заинтересованность столичного зрителя в мюзикле достаточно высокая. Люди интересуются, звонят творческой группе и заранее выкупают билеты. К слову, показ «Джулии» стал возможным благодаря «Казахойл». Компания привезла мюзикл в столицу. Мы воспринимаем себя как не только компанию, которая занимается реализацией нефтепродуктов и товаров народного потребления. Мы осознаем себя как определенные явление, да, в частном корпоративном секторе. И мы полагаем, что те инициативы, те усилия, которые мы предпринимаем, они послужат тому, что «Казахойл» будет восприниматься в сознании наших граждан не только как частная компания, но прежде всего как определенная экосистема, как наглядный пример того, что бизнес может очень успешно коллаборироваться и поддерживать социальные, культурные, спортивные инициативы в нашей стране. Показ мюзикла продолжится до 21 декабря в столичном театре «Астана-балет». Впрочем, это не единственный пример, когда компания «Казахойл» активно поддерживает культурные проекты в Казахстане. Например, этим летом при спонсорском содействии «Казахойла» в Алматы после 19-летнего перерыва вновь прошел международный фестиваль современной музыки «Азия Даоса». Саяна Санакова, Виктор Джигирис, Атамекен Бизнес.